Всем привет! Сегодня у нас на обзоре погружной внутренний фильтр фирмы Сансан, модель JAP-23. Это фильтр-ультрафиолетовый стерилизатор. Какие он имеет характеристики? Перекачка насоса 800 литров в час и мощность ультрафиолетовой лампы 13 ватт. По размерам габаритная часть его, высоту он 32 сантиметра, в ширину 7 на 7. Размеры его не маленькие, только из-за того, что внутри находится у нас колба с ультрафиолетовой лампой. Также есть насадка на воздух с регулировкой размера пузырьков. Можно струю направлять в разные стороны, крутится, и есть регулятор потока. Данный фильтр подходит для объема до 500 литров, потому что лампочка довольно-таки мощная. Почему перекачка небольшая, 800 литров в час? Потому что, и при этом говорю, что объем можно поставить и на 500 литров. Потому что для правильной работы ультрафиолетового стерилизатора большая перекачка через лампу не должна быть, чтобы успевала отрабатывать наша лампа. Потому что дает ультрафиолет? Помогает в борьбе с цветением, убивает большую часть одноклеточных водорослей. Многие устанавливают для обеззараживания воды в период, когда рыба болеет, чтобы рыба не болела, в карантиннике. Ну и в аквариумах, где стоит ультрафиолетовая стерилизация, то вода реально кристально чистая. Что мы видим внутри? Снимаем саму кассету. Вот, пожалуйста, колба. В колбе находится лампочка. Разбирается она, выкручиваем здесь специальное зажимное кольцо, и внутри идет сама лампа. В комплекте 13-ваттная лампа, но я проверял, естественно, она зажигает 11-ваттную лампу и 9-ваттную лампу. По креплениям оно все подходит. Саму ультрафиолетовую лампочку руками жирными трогать не надо, потому что лампа быстрее сгорит. Срок службы лампы. Год непрерывной работы. Если через год она светит, но уже от нее результата такого не будет. Я рекомендую ультрафиолетом пользоваться на постоянку 24 часа в сутки. Отключаю его только когда, к примеру, провожу какие-то лечения в аквариуме или удобрения вношу. То есть в этот период я ультрафиолет выключаю, потому что лампа все это убьет, всю нашу химию. Дальше. Сам состоит из двух частей. Это у нас сам насос, помпа-насос, и этот трансформатор-пускатель на саму лампу. Потому что в воде у нас лампа преобразовывается не 220, потому идет пускатель для самой лампы. Называть этот фильтр фильтром основным невозможно, то есть больше все равно это ультрафиолет, а не фильтр. Но что регулярно делаю, как дорабатываю. Беру, в продаже всегда у нас есть синтепон, беру синтепон, обволакиваю нашу колбу и все это засовываю в кассету. Получается, будет у меня и всасываться грязная вода, профильтровываться через синтепон и потом обеззараживаться через ультрафиолет. Это в случае, если я хочу, чтобы доработать данную модель. Принцип его работы, установки. Опускаем полностью в аквариум. Глубина погружения полностью в воду с проводом. Если с подачи воздуха, трубочку выношу на улицу из аквариума. Принцип: сюда всасывается грязная вода, профильтровывается, обеззараживается, и отсюда выходит чистая вода. Если с трубочкой на воздух, то и пузырьки воздуха. Повторюсь, системой фильтрации рекомендую вот такой вот пользоваться постоянно. Результат налицо, то есть никто вам не скажет, что ультрафиолет бесполезная вещь. Реально крутая, классная штука. По поводу приобретения данной продукции, переходите по ссылочке ниже на наш сайт zookool.com.ua, там вы это все найдете. Если данное видео чем-то вам помогло, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Zookool. Спасибо за внимание, до скорых встреч.